Северной Осетии тоже трагедия. В автокатастрофе погиб Бесик Кудухов, двукратный олимпийский призер и четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе. Трагедия произошла под Армавиром. Машина, за рулем которой был спортсмен, столкнулась с фурой. Борцу было 27 лет. Последние несколько лет Бесик Кудухов выступал за Краснодар, но тренировался в основном во Владикавказе. Говорил, что в родных стенах подготовка к соревнованиям идет плодотворнее. Еще накануне вечером он провел очередную тренировку со своим личным наставником Валентином Гузоевым. В Краснодар он поехал по делам. Сегодня утром он возвращался обратно домой. Он создал семью, Бог подарил ему ребенка. Сейчас это не по смерти, конечно же, вергло всех наш шок. Это ужасная потеря для всех, для нас, для наших младших ребят, которые просто боготворили его, равнялись на него, мечтали быть похожим на него. Четырехкратный чемпион мира Бесик Кудухов родился в Южной Осетии, а вырос в городе Беслан, Северной Осетии. Он выступал в весовой категории до 60 килограммов. Друзья и коллеги говорят, что он был жизнерадостным спортсменом. Журналисты даже назвали его весельчаком. На ковер он всегда выходил с улыбкой. Я всех своих соперников знаю и могу подсказать, с кем как бороться. И поэтому, думаю, я не только в своем весе, я могу и других тоже как бы знаю, смотрим, тоже изучаем всех. Бесику Кудухову было всего 27. Пока точно неизвестно, когда и где пройдут похороны именитого борца. Но предположительно, панихида пройдет во вторник в родном городе Беслан. Анна Джикаева, Тамерлан Карсанов. Новости Содружества, Северная Осетия.